Всем привет, дорогие друзья-подписчики, а также гости этого канала, приветствую вас. Сегодня поговорим об такой актрисе, которую зовут Ирина Мельник. Она актриса театра и кино украинской национальности, лауреат премии «Стажар» и «Смолоскип». В 2003 году ее признали заслуженной артисткой Украины. Играть в театре и сниматься в кино Ирина начала еще в молодости. Биография знаменитости показывает любовь человека к творчеству и старание его развивать. Ирина Васильевна Мельник появилась на свет 30 марта 1962 года в Украине, в городке Фастове Киевской области. В 1983 году будущая актриса стала выпускницей Московской школы-студии МХАТ, окончив курс под руководством знаменитого актера и режиссера Виктора Карловича Манюкова. Сразу после выпуска Ирина начала играть в театре-студии имени Довженко в Киеве. Будучи в те годы малоизвестной актрисой, Мельник прилагала все усилия, добиваясь популярности. Девушка совмещала театральную деятельность с участием в съемках картин «Двух шагах от рая», «Володькина жизнь» и «Прекрасный миг победы», которые появились на экранах уже в 1984 году. Преодолевая новую ступень на пути к славе, в 2001-м Ирина приступает к работе в Киевском академическом театре комедии и драмы. На сцене академического театра дебютировала с ролью Констанции Моцарт в постановке «Женские игры». На съемочных площадках Ирина Васильевна стала появляться еще в период обучения. Первым фильмом с участием актрисы стал «Женщины шутят всерьез», где она сыграла одного из главных персонажей. Кинокартина, которая вышла в прокат в 1981 году, рассказывает о жизни Бориса Проворного. Его судьбу резко меняет влюбленность в Евгению, героиню которой сыграла Ирина. В 1992 году экранизовали историю, которую смотрела вся страна, в кинокартине «Сердца трех», рассказывающей о поисках загадочного клада. Ирина предстала зрителям в роли Мерседес. Начиная с 2000 года актрисе стали предлагать роли в сериалах, наиболее известные такие, как «Сашка», «Я приду сама», «Подмена в один миг», «Черная рада». В 2011 году она меняет амплуа. Среди драматических и военных картин появился комедийный сериал «Доярка из Хацапетовки 3» от режиссера Анны Гресь. В 2018 на экранах появилось еще 4 фильма, где сыграла украинская актриса. «Вопреки судьбе», «У прошлого в долгу», «Первый раз прощается» и «Прислуга». В каждой киноленте Ирина заставляет зрителей восхищаться талантом и актерской игрой. Личная жизнь актрисы скрыта за 7 печатями. Известно лишь только то, что у Ирины есть дети, но никакой конкретной информации о ее семье и муже нет. В интервью о родных она предпочитает не упоминать, фото также не публикует. Никаких персональных данных, включая рост и вес Ирины, также узнать не удалось. Последним готовым проектом с участием актрисы стал сериал «Верни мою жизнь», который вышел в 2018 году. Сейчас Ирина работает над картиной «Солнечный ноябрь», который был показан в 2019 году. Ирина еще долго будет радовать своих верных зрителей талантливой игрой и пополнять свою фильмографию. Пожелаем же Ирине еще много новых интересных проектов, а также достижения намеченных вершин. Кому понравился ролик, ставьте пальчики вверх. Кто же еще не подписан на наш канал, подписывайтесь. Впереди еще много интересного, мы вас уверяем. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы оставаться всегда в курсе новинок на нашем канале. А я вам желаю здоровья, счастья, любви, удачи, мира, добра, всех благ. До новых встреч, мои дорогие. Всем удачи и всех благ. До новых роликов. Всем пока-пока.